Всем привет! Вы на канале Пост Интерьер Юна. У нас сегодня такой хороший день. Солнышко светит. Юнка уже нагулялась, отдыхает вон такая. У меня есть вопрос. Кто интересно, знает или кто может подсказать? У нас такая зима была непонятная, то тепло, то холодно, и такое же лето, и такая же весна. И вот, например, собака линяет, и она маленько полиняла, перестала линять, ну, линька, потом опять. И вот так вот у нее как будто волнами идет, так вот у нас еще ни разу не было. Интересно, это нормально? Или нет, так она себя вот сейчас чиханет. Юна. Сейчас чиханет. Ой, в три погибели вон. Это что такое? Тебе удобно? Ты нормальная? Стой. Ты нормальная? Ты как лолик. Ты мой лолик. Она кайфует после прогулочки. У нас дома прохладно. А Юнка это... Юнке было жарко. Опять купались маленечко. Вот так вот. Вот посмотрите, как разлеглась. Где моя собака? Так, сейчас. Вот, все, я вся в волосах. Можно с тобой полежать? Если знаете, напишите нам. Интересно. К врачу из-за каждого пустяка неохота ходить. Скажет еще, что я по каждым маленьким хожу. Тоже как-то неудобно. Но если конечно, не выясню, что это такое. Что это за линька за такая, а, у тебя. Тогда, конечно, схожу потом. Ну, ладно. Подписывайтесь на наш канал. Кто там? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Вон, Юнка уже устала. Ну, а мы скажем до свидания, до скорых встреч. Пока.